На трассе Ухта-Троицко-Печорск поселился медведь. Проезжающие мимо водители выкладывают видео и фото с хищником в соцсетях и уверяют, что он не опасен, потому что дает себя погладить. Страшно, конечно. Ну а что? Вот он, красавец. Никогда в жизни я не видел медведя дикого. А теперь увидим. Придок траву ест, как корова. Щипает травушку. Вот. Красавец, ага. Да главное его не... Пока в отсутствии административных мер жители спорят. Одни считают, хищника нужно прогнать в лес, другие, что к людям косолапый вышел как раз не от хорошей лесной жизни. Такая же история на трассе Усинск-Харьяга. Там на днях хищник, мирно прогуливаясь по проезжей части, на какое-то время снова парализовал автомобильное движение. Хозяин тайги, как утверждают очевидцы, открыто требовал еду, но, не получив желаемого, ретировался обратно в лес. Это при том, что в муниципалитете до 31 июля продолжает действовать особый приказ Минприроды на отстрел. С июня прикормленный зверь то и дело выходит к людям, но пока, похоже, ему везет.